честь годовщины битвы за Кавказ в Каспийске прошли памятные мероприятия, в рамках которых представители госструктур навестили ветерана Великой Отечественной войны Мусуба Гаудинова. Они подготовили для него праздничную программу. Открыл небольшое мероприятие член клуба молодого патриота Амир Чикалкин, который подготовил патриотическое стихотворение для героя. Великая наша страна, надежная защита огромных просторов, защитников громкие есть имена. Кутузов, Нахимов, Будённый, Суворов. И ныне мы славим наш Дагестан, когда мир тревогой охвачен. Гаджи Магомедов, Курбанов Руслан, Магомедов, Набиев, Абачев. И праздник сегодня, сквозь множество лет, для тех, кто уют и покой охраняет, кто ради не дал нерушимый обет, с этой традиции приумножает. Отметим, что организаторами праздника выступило Управление культуры города Каспийска при поддержке благотворительного фонда «Инсан», который, в свою очередь, обеспечил ветерана продуктами питания. Кроме того, посетили мероприятие начальник Управления культуры города Каспийска Аскерхан Гасанов, ветеран афганских событий, участники СВО Зиаудин Абдулаев, оператор штаба «Мы вместе» по оказанию помощи семьям участникам СВО Мадина Тимирова, представитель фонда «Инсан» Мадина Магомедова, председатель Совета ветеранов Афганистана города Каспийска Магомед Ариб Якубов и заместитель председателя профсоюзного движения ЮФО из КФО «Ветеран афганских событий» Вагиф Сейханов. Они выразили благодарность ветерану за вклад в Великую Победу и пожелали всего самого лучшего. Долго живите, вы нужны нам, вы достойный пример для нас, для подрастающего поколения. На ваших подвигах, на вашем героизме воспитывались МИ, Зиаудин, школа, да, и вот и все это нам пригодилось, когда нам пришлось как бы участвовать, выполнять задачи страны. Отметим, что украсила мероприятие патриотическими песнями сотрудница пограничной службы города Каспийска Юлия Козлова. Сколько тысяч загубленных жизней! Завершилось мероприятие общим фото.